have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Всем здорово. Всем доброго времени суток. Кто-то пытается вылупиться. Че, вылупился? Ладно, пойдем. Так, у нас адмирал все-таки подойдет, нет? Где вы? Мы бежали без меня. Мы в центре, Иди, мы центровые ребята. Я буду драться. Алика? Металлика? О, погодите. Помоги мне запрыгнуть. Металлика? Стэнд Ризотто Неро. И Сабатон. Понял. Так. Меня, выберите меня. Вот. Слушай, а тебе не кажется, что вот эти девушки, у них штаны подходят к твоему костюму, и шляпа у нее, кстати, тоже... Вот посмотри на вот эту... Вижу. К твоему свитеру это я подходит, не понимаю, если а пуш... Кто ты такой? А ну иди сюда. Ты пушистый, такой... что ли? Пушит. Я. Что? Минус о. Глаза. Пожалуйста, не надо. О! Непонятно, кто это. Ты там что, зазумил что-то сильно, да? О, еда! Так. Я пойду по... Так, тут... Цезарь победил ересь? Да. А что это? Чипсы? Две ереси. Ням. Почему две? Это демон, ладно. О, тут у нас пальмы и цветы. Все, все нормально. А тебе нет, демон! Время покушать. А что там сейчас... Ой, feeding time! Ой-ой-ой-ой, кого жрать будем стоить? Голосуйте на убить! Разнообразных. Погодите, мне острое нельзя. Зачем вы их взорвали? Блин, люди, ящи этот, повар хороший, шо приготовим? Взяли 4 туши, взорвали, мы их не съедим, они сгниют. Вот почему мы взорвали их. Так ну столько же много, ну зачем, экономнее надо с едой, вы чё? По факту. Давайте смотреть, что там дальше. Говорят, экономьте с едой в итоге, вот и то. Подождите игроков в танк. Там был адмирал, поэтому мы его ликвидируем. Топим их, топим. Сейчас шашлык замаринуется. Одних замочить, других это, ну... Затопить. Ну эти... Добрые. Нифига вы добрые. Очень. Да вообще мы видели, я доктор зло. Ну я 3 раза нажал, нажмите еще кто-нибудь, оно больше не нажимается. Темный Эльдар момент. Что? Что? Что это сказал? Так, ну-ка. Давайте не меня. Фу. Минус. Сигал Уиспер. Только Фрум, да, понял мем про темных Эльдар? Немножко, да. Тебя не буду отсюда. Это что-то из-за Вархаммера, да? It's gonna blow! На! Бум! Yes, Рика. Кабум. Ребят, вы меня не найдете. Улыбаемся и машем. Ну как бы я так-то знаю, что ты там. Ну, это угроза? Я знаю, где. Нифига себе. Я приду за тобой. Я зашел на сервер первый в Social Experiment в фиолетовой команде. Есть чел с ником Россия. Локдаун. Блин, ну, пацаны, блин. Так, все, валим. Ну, пошли на кладбище, пошли на кладбище. Мне кажется, это... Мою комнату. Я на ага, 2 раза. Давайте не хотите в одной комнате спрятаться? Я уже спрятался. Ты хочешь всех убить одним махом, да? Да. Чья это комната? Позитивника. Где моя комната? Нет. Я, пожалуй, сейчас первый раз за все это время пожалел, что у меня есть активные эффекты на анимации сейчас. Ох. Я хочу найти свою могилку. Помоги! Помогите! А, по-моему, её тут еще нету. У меня нимб из-за... Блин, у меня нимб... Прикинь, да-да-да, есть такая фишка, таскаешь с собой какого-то пэта или еще какую-то фигню, он потом начинает торчать через текстуру, и такой, нет. У меня ним адский через кладбище, через плиту могильную торчит. Ним адский. Хорошее сочетание. А чё, а мы прячемся? От чего мы прячемся? От убийц. Через 2 секунды узнаешь. Локдаун. А чё так темно? Люди, пережившие корону, 2 года короны, должны знать, что такое локдаун. Локдаун — это плохо. Я пережил.
Ну, как бы все настало. Здесь собравшиеся пережили. Вряд ли здесь как кто-то живой мертвец. Ну ладно. Он, а ты... I am dead inside. Нет, это не живой мертвец. Это мертвый мертвец. Мертвый внутри. Да. Это мертвый внутри. А, у меня нимб настолько темный, то что он меня маскирует. Ой, секундочку. У нас тут ересь есть. Слышите, у нас тут ересь есть. О, как заприкивидировать. Воу-воу-воу-воу-воу. Эндроли? Ешь 40 минут. С каких 40 минут? Ну да, 40 минут. Ешьте соседа. Ребята, умер человек с припиской Кэт. Тоже. Наши убьют. 5, 4. Бей своих, чтоб другие боялись. А кстати, кто нас убивает? Я не хочу это убийцы. Узнавать сейчас. Да, убийцы. Верно. Вас убивает убийцы. Это кто в моем доме? Уйди, уйди! Лиса сидела на твоей кровати, лиса играла на твоем компьютере, лиса съела твой обед. Мне а знаете, в чем прикол? Ну? У меня плащ с воротником, который закрывает ошейник, а плащ сам по себе темный, из-за этого у меня нет подсветки. Ноль. О, все пережили? Получается. Видимо, да. Живой. О, Фрум, сейчас я подойду. Я прятался в туалете. Гудлак. Неплохо. Спасибо. Так. Позитивненько. Позитивненько. Уютненько. Обед. Так хорошо по-домашнему, да? По-домашнему. О, голосование. Мерси Кейдж, что? Кто это? Может, кровавый дождь? Нет. Кровавый дождь. Ой, чувак в этом, в... Кровавый дождь. А может, все-таки резервуар для воды? Это хорошо или плохо? Да, это хорошо. Ну, кровь короче, здесь для... это да, деньги, это если чё. Кровь да. Это деньги, ты можешь ее продать. Я надеюсь, что жизни. Выпадет. О, да. Эй, смотрите, ну... какой шарик я нашел. Ну, я считаю, в реальной жизни кровь достаточно дешево стоит, ну, для доноров. Есть такое. Да. Слав, смотри, какой у меня шарик. Блин, один га, ладно, хорошо. Семь. Все, стой. Пять будет. Yes. Меньше пяти не будет. Ну, логично. Фрум, смотри, какой у меня шарик. Пацаны, откуда ты кровь? Это взял? Из дома чьё-то. Прикольно, у кого-то угнал. Ребята, над нами вены вскрыли. Пока все там что-то разговаривают, я просто сижу и не знаю, что делать. Я же могу собирай кровь. Или это, ну, типа, или это плохо? А она падает только тут? Она я не знаю. Она везде. Кровь была повсюду. Кровь лилась. Рекой. И капала. Это ты у меня кровь стыл взял. Я вообще нифига еще не подобрал. Вы че? Тут даже на могилах нет ничего. Крови. Нифига, как ты сейчас слезла. От капающей крови между мной и моим другом стояла жуткая тишина. Да ну гадство, воруют. Воруют, еще и как воруют. Куда ж без этого? Кто врубил Макс Пейна? Макс Пейн 4. Не, сейчас речь шла прям как будто Макс Пейн застал. Меня закрыли! Ну, нуарненько было, нуарненько. Да, нуарненько. А шо, вам получается нравится голос Плага от звучка. Так, я три капельки дохну. Нет, это мой шарик. Мой за шарик. Опа, пушистый пришел. Что ты сделал? Опа, размансил вас. Тут чувак с унитазами и инвалидной коляской. Минуточку, что происходит? Нет, универсальный. О, хотите что-нибудь жутко расскажу? Ну? Правило. Лишь капущая с потолка кровь заглушала тишину между мной и трупом моего друга. Тут с одной стороны скин, от которого глаза вытекают, с другой стороны повествование, от которого уши. Слаг Кэт хорош. Уи, адмирал, это мой... А уши в каком плане? Джекпот, давайте джекпот. А будет спид спине? Нет, только не будет джекпот, стой, тварь! Спид, Джекпот! А в чем суть джекпота? Это как беспроигрышная лотерея стала то? Все сдохнут? Получается. А давайте я выиграю, я же... Разрешаю. Почему там так часто я мелькаю? Не надо. На, идите! Фух.
А чё произойдёт? Пацаны, я бы на... О, штурмовик. Косплеер. Штурмовик. Косплеер. Чё он случай чекает? Я не понимаю. Пацаны, чекайте. Слаг! Слаг! Дел два штурмовик. Слушаю вас, я гораздо интересный, хотя я ничего не понимаю. Почему не я? А в чём прикол? 4015 единиц крови. А-а-а. Мне тоже дали. Ой-ой-ой, это мало тебе дали. Чуть. Блин. А это ну, просто поиграю сам. Вы посмотрите, насколько близко я был к победе. Да, да. Это многое говорит про твою удачу. Фрун, давай мячик поиграем. Ну ты такое. Мячик, но выбывает. А, вон вижу. Пойдем посмотрим. Я бы на вашем месте не уходил от спиннера. Почему? В комнатах есть экраны, можно посмотреть, что крутится. А, это мой мячик. Давай... Ой, я хочу загнать. Вкусно поел. Что ты делаешь? Так. Ничего. Вот тот чувак, который в VR. Мультикилл. Монстр-килл. Мультикилл. Я у Фрума на голове стою. А мультикил это сколько? Вот сейчас узнаем. А вот сейчас узнаем. Давайте оранжевых. Не каркай, то желтый даст. Оранжевых, потому что нету. Прикинь, такой 5 и всю команду чужую. О, фиолетовый. Плохо, ребят. Да. Плачем. Ой-ой-ой. 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 Плачем. Нет! Пока. Весело и безопа... Нет! Выбрали чисто нашу банду. Ну, почти что, кроме нуба. Это что было-то сейчас? Мы были косины, мы готовим вашу банду. Вы выжили? Да, ну ты посмотри, минус 3 из нашей банды. Какого фига? Так, ребят, ждем. Сейчас я... Это... Голову надо на полочку поставить. Ждем, чтобы вас воскресили. Как стать жив... Как теперь перемещаться? Я не хочу валяться. Он бы подсоединился. Призраком не сделала? Нет, ща, а, там как-то можно то ли воскреснуть, то ли что-то такое. Я помню, было... Фрума, ты что, ты... Как вы ходите? Я ходить могу, у меня нет, камера на месте. На нога! А, камера. Я живой. Помогите найти меня, ребят. Вы меня видите? Мы призраков не видим. Камера на месте стоит, как это исправить? Я из призраков. Да никто не видит вас, этих призраков. Есть же еще призраки. Теперь много призраков этих. Воскрешение! Во... Блин, да нет, 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 давай тогда джек-код, да. Пожалуйста, нет, стой! Джек-код? Feeding time. Нет, двое остались. Надо... Из... Ну, вот, вы последние из желтых. Да, я же говорю, что нашу команду, конечно, потрепало. Ага. Зачем мне эта еда? Кормежку. У меня двое чипсов уже есть. Ну, у тебя ж голод... Да у меня максимум голода. Но я восстановил, мне голодный пол. Я перед смертью скушал все, что у меня было. Потому что я боялся того, что я потеряю все свои чипсы, и они достанутся другому человеку. Да, таскаешь такой чипсик, я потом с твоего трупа их поднимаю. Это обидно, конечно. Я просто слышу взрывы, а думаю, ну чё, кого взрывается? А, это у меня взрывается. Я бы сейчас, наверное, рассказал бы про то, как Пика относит легендарный лут другим сквадам, но не буду. Давайте... Давайте что-то крутое, Причем легендарный лут находим мы. Меня, я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы меня выбрали. Так. Давайте меня выберут. Выборы. Да, 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 выборы, выборы. Голосование. Все кандидаты сами знаете, кто. Ну и два подряд спидап спиннера, ну как бы, ну такое. Это нечестно. Да. Ема как игра в спиннера преобразилась. Игра в спиннера. Прошлой осенью была игра в кальмара, в этот раз игра в спиннер. А суть та же осталась. Да-да-да. Тесты. А голодные игры когда будет? Игры студентов. Ага. Голодные игры. Зачет поставят только сытому. Зачет не получит никто. Помните, как это в факультете было? А это будет на экзамене? Это и есть экзамен. Это до конца урока. А я сижу новое оружие, всего мода делаю.
Меня, интересно, меня! Какое? Голосуйте за меня! Это четверной ракетомет. Голосуйте за меня! Есть фреон, которым я очень сильно хотел задать вопрос. Типа ракет-джампы можно будет делать, или это просто реальность, что-то будет такое прям взрывающее? Меня, меня, это именно как в реальной жизни. Типа, конечно, делать можно ракет-джампы, но да, они более смертельные. Да ну блин, ну это было... А, вот и это говорит про мою удачу тоже, смотрите. Ура. А что весело умирать. Чувак будет ща... Нет! Блин, у вас тут весело. Буханка блёба на плече. Почему нашей команде так везёт? Потому что. Потому что, согласен. Потому что мы команда. Потому что мы банда! Ура! Мама, когда я воскресну? Никогда! Отдыхай! Отдыхай! Минуточку, а на таб... Блин, а на таб нельзя посмотреть. Где можешь посмотреть, сколько в команде людей осталось? Никак. Да не ладно. Знаю, как вам. Но у вас еще двое. То есть, кроме не, тебя. Не один, серьезно? Да, год так, и... Чёртов локдаун второй раз. Помогите! Ребята, остальные призраки, вы хотя бы себя видите. Я себя потерял. Я не вижу, где я. Если пойди, бы я видел... почитай Ницше, еще кого-нибудь, может, найдешь себя. Я хотел помочь Хруму, показывая... О, Дезерт, Дезерт, ты сейчас последние смерти смотришь. Да? Что у вас там? Ну, я лично Дезерта нашел. Ты можешь смотреть народ, от себя? Я не вижу я призрака, но я вижу эффекты от призрака, как ты я это вижу сделал? Кота. О, нет. Как ты это сделал, Слаг? Ну, хз, мне сразу дали. Так, ладно. Координируй меня, как дойти до кубика красного? До какого кубика? Ну, там, где стрелочка красная, вот. Какой кубик? О каком кубике идёт речь? Ну, этот, колесо, и там стрелочка есть. Координируй, куда идти. Так он в центре. Назад иди. Это лево. Ты на кладбище вышел. Так. Это очень понятно объяснить, лево... я это слышал. Это куда? Это назад... Ой, Света, нет, подожди. Света, вернись. Так, ты же меня видишь? По крайней мере, народ, блин, если бы у вас были активные эти... Ой, я видел кусок призрака даже сейчас, офигеть. Это было прикольно. Я вижу активные эффекты от кота. Бог. Камера смерти. Даже когда мертвый, ты всем виден. Поздравляю. Ну как, всем. Так в том-то и дело, что... Точно. Ну вы же... Так, а я не могу никого проверить, потому что вы я все сдохли. Я тратить стамины могу. Ну ладно. Единственный знак. Ты видишь свою судьбу. Ты умрешь от того, что ты переел арбузы. Нет, ты видел, призрак проявляется время от времени? Да. Да, есть такой. Я, по-моему, этого но раньше не замечал. Уходит. Или это потому, что мы в темноте? Кстати, это прикольно. Так нет, вот как когда... Я несколько раз иду призраков не в темноте. Значит, просто не... Но, в принципе, не в Роблоксе. Понимаю. Так, а можно... А может, не это? А может, нет. А может, да. А может, это все слова? Так, 10 секунд меньше. Бог умер. О, вы все ожили. Привет. О, привет, наконец-то, я жив, чувак. О, привет. Да, а как мне существовать, помогите. Да не я ничего не вижу. А приблизь экран максимально, типа. Сигма, что с тобой? Почему ты в такой позе? Не надо, пожалуйста. Почему ты к фонарю пристаешь? Я не вижу. У меня камера зафиксировалась. Ты потом посмотришь, в какой позе тебя нашли и что о тебе могли подумать люди. Фрум, помоги. Стой, помогите. Можешь камеру приблизить? Помогите. Куда? Нет. Альтаб здесь и пробуй. Альтаб. Помогите залезть на этот огромный кубик, кто-нибудь, пожалуйста. Да зачем тебе? Ресетить, ресетить. Перезаход, короче. Блин, всем ножи. Или не что? Всем. Я не успею, помогите. Да, ножам. Слышь, ножей не будет. Всем а ножи? Зачем нам ножи? Типа, резня? Так, так, так. Резня! Фрум, я бы на самом деле спрятался за своей могилой. Да
Резня. А ты нашел ее? Да. Вот я у своей могилы стою. О, я вижу могилу Першина. Давайте меня. Пожалуйста. А, у меня, кстати, еще плащ через могилу. Кстати, а что за часы? Я не пойму марку. Часы дорогие. Чтоб если в плен возьму, можно было отдать. И меня не убили. Каждый сам за себя. Я знаю, что случается с дорогими часами в плену. Они обычно находятся потом в очень темном и узком пространстве на протяжении 5 лет. Оу. Ну ладно. Мне эта информация абсолютно ничего не дала. Ну, это, криминальное чтиво? Вернее, это правильно. Good luck. Хорошо. О, ножи когда дадут? Так все уже. А, выдали там кому-то, кто-то побегал, кто-то поубивал, мы на кладбище поныкались, все, жизнь удалась. А когда у нас контрольная начнется? Она уже началась. А вы конфетки нашли на кладбище? Я бы не брал конфетки с кладбища, но это так. Чаю. Ой. Конфеты у соседей. Экзекьютор. Нет, не экзекьютор. Бладрейн тоже нет. Спидап. Да, спидап. Но это бесполезно. Бэтхэджаут, вот это было бы неплохо. Раздача летучих мышей. Ага. I'm Batman. Раздача летучих мышей. Стой. Дайте мне летучую мышь. Дайте мне. Я хочу летучую мышь. Деревянную длинную летучую мышь. Я сейчас буду хоумраны раздавать. А то есть я буду. Она определенному человеку выдается. Или же группе людей. Так. Я на секунду отойду. Нет, давай определенную мышь. Я готов всем. Косплеер. Можно я, пожалуйста. Я всем нет. Готов лица ломать. Но никто из нас, короче. Судьбы жизни, да, понятно. Бежим. Ой, я его видел, ребят. Он крошит все, беги. Я с унитазом убегаю. А думаете, ты бежишь не в том направлении? Не на покажниках, коляски, люди. Нет, на покажниках бить это грех. Давай, твоя привычка, бежать на врагов. Ой, блин, я его вижу. Ты не пикай. Беги на врага. Я спрятался в туалете у другой команды. А, нет. Да, я у фиолетовых спрятался. О, понял. Тут кто-то... Нет, срочно кто-то... надо туда. Кому-то ножик дадут. Мне! Можно мне? Я давно не режу. Если его дадут в руки, я не против. Если сразу в печень, то я, пожалуй, сдержусь. Я выседание хочу, на ножи. Мне оба варианта вот такой подходят. Я? Это я буду, давайте, я. Ага, два раза. Bluetooth от Nokia. Ну что это за лох? Второй раз как бы в одно и то же место бьет, алло. Что за хрень? Кали. Эта девка даже никого не будет убивать. Давайте колись. Меня, вон я. Колись. Ну, колись. Так, топник! Меня! Топник! Ну! Сасу? Нет! Неправильно ударение поставил. А у чела бита до сих пор, алло. Он в VR, кстати. То сосу? Зачем же так на весь интернет? Позитивненько. Уютненько. Обед. Уютненько, позитивненько. Идеально. Вещь, кстати, сосу. Кстати, неплохой скин. Мне нравится. Где? Я тут что? Тут эти гоу-гоу девочки на кубиках танцуют. Я тут что-то пропустил. А нет, меня резать решили. Помогите. Резать. Нет, че ты в меня это... Ты на меня искал. Дизгастинг тебе, да? Меня. Два раза. Выбирайте меня, йоу-йоу. Knife Hand out. Ну да, стой. Нет. Хотя файт тоже нормально, давайте. Рум против кота, эпичная битва. А лучше чуваки, я всех порву, резня. Сейчас я бить не буду. Выберут, командами. Сейчас выберут. Резня. Слаг против дезерта. Я не буду сражаться. Видишь, как отсюда труп взялся? Ладно. Это как с рулеткой, я тогда не хотел стрелять. Воду не против тебя ликвидировать. Так, не понял. А блин. Я говорю, я вернулся, что я пропустил. Пару резень. Давайте желтый выбрать из... один. А, оставь. Никто из нашей команды не будет, назовите. Это какое-то издевательство. Да мы самые аутсайдеры. Но зато мы посмотрим, как будет происходить один на один у кого-то. Мы аутсайдеры. Мне кажется, я знаю, где. Ай,
Так, а они будут еще дополнительно убирать, кто с кем, или... Фигака. Позитивненько. Они выбрали команду. Позитивненько. Унюдненько. Так, окей, чувака на унитазе. Выкатились. А ну, Слага, давай вверх. Давайте. Давайте Слага забросим. Я всех растащу, если что, ребят. О, почти! Давай. Прыгай. Смотрите, Стивена Хокинга мочат. Ну чё вы это? А, там этот, невидимая текстура. Добавьте мне в Роблоксе, друзья. Что с миром, да? А, понял. Дайте мне эти капли. Чувак все себе заберет, это же он победил, типа, да, забить чувака на коляске, победа, конечно, победа. Вместо обеда? Какого чувака? Маленького или старого? У него ножи! Победе, надо задавить чувака на коляске. Меня резанули. Ладно, ребят, а меня снайпнули в полете. Думаю, тогда будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодцев. И всем покеда.